В обычном подъезде самого простого пятиэтажного дома жители теперь еще на шаг ближе к великому празднику. На стене своя доска памяти, а на ней имена 4 человек. Все участники Великой Отечественной войны, прадеды и деды жильцов подъезда. Инициатором создания такой доски стал один из соседей, Владимир Клявзер. Атаман Уссурийского казачьего округа смог найти информацию о своем деде и захотел ею поделиться с остальными. А потом мне пришла идея, осенила. А почему бы добрым не поделиться, чтобы все приняли в этом участие, да, сделать баннер такой, где расположить фотографии и где любой желающий с нашего подъезда мог, пожалуйста, разместить фотографии. В долгий ящик свои планы Владимир Иванович откладывать не стал. Сделал доску, разместил на ней портрет своего деда. А спустя пару дней подключились еще 3 соседа. Теперь с гордостью демонстрируют внуку работу. Юра знаком с боевыми подвигами своего прапрадеда Павла Посина. Он воевал во времена Великой Отечественной войны с 1 января 1942 года по 16 февраля 1944 года и победу уже встретил в госпитале. Получил тяжелое ранение во время освобождения Латвийской ССР. Он участвовал в освобождении Латвийской ССР, в освобождении Белгорода, форсировании Днепра, в обороне Сталинграда, в обороне на Курской дуге и других ключевых событиях. Свою задумку Владимир Иванович патентовать не собирается. Наоборот, хочет, чтобы его пример вдохновил на такое же дело других людей. В дальнейшем мы делимся этой идеей, чтобы в нашем городе Уссурийске и, может быть, и в Приморском крае вот так же сделали свои баннера в каждом подъезде, и в каждом доме, и в каждом подъезде было это доброе дело. Доска памяти будет висеть в подъезде не один месяц. Планируется заполнить ее и оставить на долгие годы. Анна Маринец, Сергей Флоренцев, Телемикс.